Великий Новгород. С 29 октября по 19 декабря 2021 года в здании Десятинного монастыря будет проходить выставка «Имени Твоему слава», посвященная 30-летию возобновления одной из старейших русских епархий – Новгородской. На экспозиции будут предоставлены предметы современного церковного искусства Великого Новгорода. Выставка состоится по благословению митрополита Льва и при поддержке Министерства культуры Новгородской области. Организаторы – группа новгородских церковных художников. На выставке будут представлены иконы, мозаика, шитье, резьба по дереву и камню, художественная обработка металла, выполненная 15 новгородскими церковными художниками и художниками-членами Новгородского регионального отделения «Союз художников России». Адрес: Десятинная улица, 3А, Великий Новгород. Сайт: vnepархия.ru.